Эдуард Рейновский завоевал титул чемпиона мира по самой престижной версии – IBF. Бой в Казани прошел символично в День народного единства. Рейновский встретился в ринге с незнающим поражением – Сезаром Куэнкой. На счету аргентинца 48 боев. Иностранец приехал в Россию с одной целью – отобрать у Рейновского его пояс интерконтинентального чемпиона мира. Но с самых первых минут боя тактика аргентинца подвела. Куэнко проигрывал по очкам. Для Рейновского встреча с бойцом такого уровня – это реальный шанс продвинуться в рейтинге и в случае победы стать непобежденным боксером по двум престижным версиям. Орловский спортсмен готовился к этой встрече почти полгода. Результат – преимущество в ринге. Исход боя решил технический нокаут в шестом раунде. Техническим нокаутом одержал победу и к своему титулу чемпиона мира. Эдуард Рейновский завоевал новый титул и отстоял старый, став непревзойденным чемпионом мира в полусреднем весе. Боксер поделился своими впечатлениями от боя с нами по телефону. Я, если честно, ожидал большего, конечно, от него, но он ничего для меня не показал, никакого такого сверхъестественного. Как, знаете, поговорка, не так страшен черт, как его малюют, о нем говорят.